Глава 87. Жизнь – это движение от рождения к смерти. Она такова, потому что движение от смерти к рождению, скорее всего, человеку не по силам. От жары крылья бабочки сохнут. Пыльца попадает в ноздри, оседает на ресницах. От мороза крылья бабочки становятся ломкими. Снежная пыльца покалывает щеки и губы, едва прикоснувшись к стеклу, ты вспугнула бабочку своим дыханием. Время ходит по кругу или прямо бегом, отмеряя день сапогом или на босу ногу. Будь все-таки другом, не бей по рукам, не бей по мозгам. Прямо с порога прошмыгнула мышь или пролетела. За душой и телом не уследишь. Умереть ночью во сне, то есть бесплатно. Звезды амфитеатром, парад алле. Вспыхнул внезапно свет, тут же погас, однако был шанс, и даже сверх. Ходит птица по двору, по профессии ворона. Занесло в эту дыру, вероятно, есть причина. Утащила черновик прямо из-под носа. Нечто сущий мой язык стал предметом спроса. Прежде воровала сыр, а теперь запас словарный. Допускаю, шил, был, дыр. Из такой же сыроварни в этой пригородной зоне не укроешь подоплеку. Человек под стать вороне, а ворона человеку.